мое мнение такое, что на самом деле в области экономики ничего чрезвычайного нет. Есть ситуация, характерная для всего мира. Это сложный кризис переходной эпохи, когда мы переходим от стадии индустриальной к стадии инновационной. Это касается всех ведущих стран, в основном развитых, но также и России, и Китая, и так далее. И этот период, он характерен определенной